Здравствуйте! Сегодня я хочу показать вам, как разделывать сельдь на филе. Для начала застилаем досточку клееночкой. Ложим рыбу. Отрезаем голову. Голову отрезаем за плавничком под углом. Дошли до кости. Разворачиваем. Точно так же срезаем с другой стороны. Потом спарываем брюшко. Здесь у нас молоко. Так. Теперь очищаем рыбу от внутренностей и от черной пленочки. Эта пленочка может давать горечь рыбе. Плюс там все равно остается что-то от потрохов. Теперь мы это все убираем. Моем нашу рыбку под проточной водой. Многие говорят, что ни в коем случае нельзя промывать рыбу, потому что она потеряет свои вкусовые качества. Так, теперь ложим рыбку и пытаемся просунуть палец между костью и хребтом. То же самое делаем с другой стороны. И вот так, смотрите, мы изнутри хребет отделяем от филе. Теперь мы можем отрезать хвост. Так, разделяем филешки на две половинки и отделяем от пленки. Все это делаем пальчиком. Видите, тут плавничок оставался, он легко снимается с кожей. На брюшке есть кости, которые легко можно убрать вот так вот ножичком. То же самое делаем с другой стороны.
плавничок спиной у нас остается на пленочке. Кое-где у нас пооставались кости большие. Вот такие две филешечки у нас получились. Теперь ее можно вот так вот порезать для нарезки на стол. Вот такая вот селедочка у нас получилась. Есть еще один способ разделки. Голову отрезаем точно так же. Брюшко. Достаем внутренности. Отрезаем краешек брюшка. Срезаем плавничок. И идем промывать нашу рыбку. Так, теперь разрезаем по спинке. Вырезаем плавничок спиной. Снимаем кожицу. Так. Теперь делаем надрезик посередине хвоста. И бумажным полотенцем придерживая, чтобы не выскользнуло, медленно разрываем нашу рыбку. Спешить здесь нельзя. Нужно дать костям выйти из филе. Видите, как они постепенно выходят. Вот и все. Отрезаем теперь хвосты. И если мы делаем таким способом разделку, нам легче повынимать кости, которые остаются вот здесь, посредине филешечки.
Когда филешечка целая остается, мы ее достать не можем никак. Потому что их просто даже не видно. Теперь отделяем эту часть филе. Поддеваем от хвоста. А здесь немножко придавливаем двумя пальцами, чтобы отделить кости, которые остались. То же самое делаем с этой стороны. Достаем кости. Такой способ разделки больше подойдет, если вы хотите делать салаты какие-нибудь, например, сельдь под шубой. А первый способ именно для нарезки хорош. Все. Смотрите видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.